Привет, дорогие мои! Сегодня Suzuki Westlof или Lof West, как-то так называется. Я как-то в том году уже пацанам его заводил. Они гоняли. А тут как-то нечаянно зашел. Смотрю, стоит распотрошенный. И так интересно. Такая, говорит, компрессия большая, что даже не провернуть. И не заводится. Я покрутил, мотор заклинивший. В одном месте клинит. Я говорю, ну жду, ребята, когда вы мне ее притянете. Прошло, не знаю, сколько месяц. Бежит мальчонка. Дядя Олег, когда можно притянуть? А у меня как-то работа, навалилось мопеды. Я говорю, давай через неделю. Вот через неделю. В общем, пригнал он мне через неделю или через две, я ее поставил. Опять у меня работа, другие мопеды. В общем, почти месяц она отстояла, малец уже извелся. И вот тут я разгреб свои долги. И все-таки сейчас будем разбирать Suzuki Loft Last или Last Loft 50 кубовый и смотреть, чего там пацанва натворила. Я, конечно, приветствую, что ребята лезут сами делать, потому что сам начинал, меня никто не учил, а методом проб и ошибок переломано немало поршневых колец, запорото немало поршневых на Карпатах, Дельтах и Ригах, но это дало свой опыт. Но бывает, надо бы и спросить. Прежде чем лезть, можно было, конечно, и спросить, тем более знаю, что я через дорогу живу и занимаюсь техникой. Так, ну ладно, в общем, с лирикой все. Начинаем разборку Suzuki. Так, ну что, вот инвалид. Сейчас я выкачу мотор и будем смотреть, что с ним. Так, ну что, мотор я выкатил. Крутится он, но очень плохо. Компрессия и правда адская. Будем разбирать дальше. Так, сейчас мы открутим поршневую. Что-то мне тут уже не нравится. Прокладка стоит меньше. Вот он в цилиндр и впирался. Походу поршневую новую поставили. Но что-то, как всегда, накосячили. Цилиндр он разбит, уже отколот. Сейчас я отвинчу трубу. Снимем цилиндр. Посмотрим, что там. Так, ну что, будем выковыривать цилиндр. Опа! Так. Странное что-то с кольцами. Они вдавлены в поршень и не вылазят.
Сейчас сниму поршень. Посмотрим, что тут накамежил. Я что-то никак не могу сообразить. Вот два кольца. Вот, видимо, вот здесь один замок. Вот. А вот здесь второй замок. Но кольца полностью вдавлены в цилиндр, в поршень. Это что-то чудо-чудное. Сейчас буду пытаться эти кольца снять. Я как-то даже не знаю, что делать. Кольца просто всажен туда. И они там остались. Я не знаю почему. Попробовать погреть, может, они отщелкнут. Может, кольца и выскочит. Странно, как-то странно. Не прокатило. Не знаю, как их выковыривать оттуда. Они походу всунут. Там же они как-то неровные. Хотя не знаю. Сейчас найдем чем поковырять. В общем, вот таким макаром я кольцо одно стронул. Тронул, но как бы так, чтобы его не сломать. Надо как-то его о! Горячий. А? Опа! Одно снял. Ну да, оно кольцо, оно не ровная плоскость, оно вогнутое. Видимо, впихали задом наперед его. Тут же в поршне тоже проточка неровная. И они его впихнули вверх ногами. Сейчас второе сниму. Вот должно ставиться надписью вверх. Вот тут надпись. Вот. Сейчас второе попробую снять и посмотрим, как оно поставлено. Так. Ну, то, что надписью вниз, это 100%. Надписи не видно. Оп! Ну, вот оно. Надписью вверх должно стоять, а стоит надписью вниз. Надо ставить надписью вверх. Кольца были поставлены задом наперед.
ну, вверх ногами. Из-за этого они заклинили в поршне и не давали крутиться. Они как бы и не сжимались до конца. Потому что не давало им утопиться. Они туда, да, покуда можно, влезли и заклинили. Из-за этого поршень не крутился. Вот, надписью вверх. Они вогнутые кольца. Неровные. И поставим. Должно в цилиндр войти очень хорошо. Вот. Вот сейчас вся суть проблемы. Неправильно были установлены кольца. Можно собирать обратно. И будет все хорошо. Но подшипник в этом моторе все равно ваял. Но ездил. А может и не подшипник. Прокладочку подровнять. То бедная она. И маленько надо подрезать побольше. Какая-то она маломерная. Такое ощущение, что она поставлен с какого-то 50 кубового. Ну, поменьше диаметром. Потому что ее заминает в головку. Не должно такого быть. Сейчас мы ее подрежем, выровняем и будем собирать обратно. Я думаю, большего разбора не надо. Соберем, сунем. Попробуем завести. Вот таким макаром равнять, это меня научили, когда я работал жестянщиком, пацаном на заводе. Сейчас и завода-то уже этого нет. Сейчас вместо этого завода магазин. Как все у нас обычно. Собран все на сухую. Сразу видно, пацанва неопытная. И смазки нигде не положено. Ну так неудобно тут, ну. Такое ощущение, что цилиндр не лезет дальше. Шпилька. Не спеша, главное не торопиться. Но затолкали же. Затолкали же поршень цилиндр. Кольцами наоборот, сколько усердия надо, чтобы затолкать поршень с кольцами наоборот. Вот тоже, ну видишь же, что не лезет. Видишь же, что... Он, били, о. Били, забивали, он, вмятины. Кладка широкая, может и прижмется все.
А если нет, будет подплакивать. Сейчас попробуем закрутить, посмотрим компрессию. Вот такие бывают чудеса. Компрессия, говорит, большая, не свернуть. Компрессия. Не, нормально. Ну, будет маленько подплакивать, ничего страшного. Главное, не шипит. Собачьим зубья. Тут ничего не сделаешь, только замена шестеренки. Ладно, собираю обратно и пробуем. Кидал я обратно в кучу. В принципе, тут ничего. Две пластмасски поставил и глушитель. Буду сейчас закатывать. Хорошо, когда мотор стоит на подножке, а не наоборот. Так, это сюда. Вот намного удобнее, чем вот в Хонде. Как-то здесь сделано все более как-то удобно. Вот насчет вот закатить мотор. Хонде как-то там надо. А тут наверх поставил, болт вставил и все. Намного удобнее, чем в Хонде Дио. Так, не знаю, в общем. Искра есть, бензин вроде идет. Сейчас попробую, что получится. Мотор воет, но он и воял. Он сколько ездил, там или подшипник один шумит, или еще что-то. Но как-то на мощность не влияло. Он ездил много, но с этим воем. Я думал, подшипник заклинил. Но оказалось, просто кольца поставили не той стороны. Вот. Вот так вот просто. Какая мелочь может... Мопед стоял чуть ли не 2 месяца. Вот. Сейчас попробуем проехать без сидений.
Так, ну что, сейчас мы проедем вот на этом дрекселе. Посмотрим, как оно все поедет. Ну что, в путь? Ох, какой шальной! Ох, шальной! Он что, мучит? Мучит? Мужик, шустрый жик. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Да. Ну, факт, что заклинило. Он и греется как-то, по-моему. Греется, что может тяжело. Все. Ну там коленвал был плохой, мне кажется. Не, ну там заклинило, что перегрев. О, ожил. Это у нас... Маленький. Поехали назад, потихоньку. Включено все, да? Надо... А как он так ожил-то? Больше масла лить и 30 ездить. Все, сильно поршневая. А, на обкатке, конечно, да, это... Сильно поршневая. Видно, плотные, кольца там плотные. Ее прикатать подольше. Нельзя было, да, вжигать. Прикатается, будет бегать. Так, там все в огне. Отвалился аккумулятор. У меня дома есть два аккумулятора вот таких маленьких. Ну, может... Если, может, у вас получится... Обжигать. А ну, это пусть... воет коленвал, да?
или редуктор. Или подшип... Ну, подшипник бы, он столько долго ездит, он бы, наверное, уже давно. Да, что-то случилось. Что там, ну, может, какая-то раковинка. Ну, ездит-то сколько он уже, и ничего, не клинит. Да, и на нем же Сима катался, да и много на нем катались вот с этим ваянием. И предыдущий хозяин катался. Ну, все, накатались. Сейчас там мальцы забрали его. Уже маленький аккумулятор там старый откопали. Подсоединили, прикурили от меня. Уже носятся без сиденья, без всего. Поставили только пластик под ноги, чтобы аккумулятор засунуть. Как бы все хорошо работает, заводится, все прекрасно. Но вот маленько подклинил, нельзя. Хотя обычно вот что на Хонды ставишь, нету этого, чтобы клинить. Не клинит, никогда не клинили. А этот, видно, кольца сильно... Замки близко и маленько надо прикатать. Вот. Обычно ставишь, там уже зазоры как-то 104-тактные. Никогда не клинили. Тут Сузуки первый раз так заклинило. Что вот больше 40 даже не дать. Но ничего, прикатается, нормально будет. Ну вот так, в общем, такой нюанс по Сузуки. Неправильно поставлен кольца. Вот. А так, все нормально. Ну и все, наверное, на этом. Пока.